Мы исследуем самые популярные методики тренировки. Вы наверняка слышали эти названия. Кроссфит, тайский бокс, серфсет, миссия кардио и учебка. Выбор за вами. Смотрите «Бой с весом». «Бой с весом». Я Тайлер, последователь тайского бокса. Тайский бокс — это бой восьми конечностей. Он пришел к нам из Таиланда, где основная религия — буддизм. Это духовная дисциплина. Она учит использовать основные восемь частей тела — локти, колени, голени, стопы. Тайский бокс, в принципе, лучший способ физического развития. Это очень страстная методика тренировки. Она развивает мышцы, повышает гибкость, улучшает спортивную форму и выносливость. Вы научитесь управлять своим телом. Тайский бокс обязательно изменит ваше тело, разум и душу. Трехминутная тренировка в стиле тайского бокса. Итак, это мой ученик, и мы проведем трехминутную тренировку для начинающих. Сегодня мы будем работать над основами. Как держать стойку, как двигаться, как правильно дышать. И почему это все так важно. Итак, ставим ноги вместе. Теперь правую ногу повернем под прямым углом. И немного отставим. Еще немного. Руки по бокам, правую подносим к подбородку, а левую держим перед собой. Это основная стойка. Во время ударов не дышим. Энергию от себя. Попробуй ты. Молодец. Руки держи повыше. И еще раз. Отлично. А теперь добавим к этому удар коленом. Итак, удар левый, правый, руки в исходное положение. Вес на переднюю ногу и поднимаем заднее колено до пояса. Для кардиотренировки делаем так. И в исходное положение. Понял? Попробуй. Да. Теперь идем дальше. Удары ближнего боя. Локти. Самые эффективные удары. Подними руки. Повторяй зеркально. Итак, удар правым локтем. Левый поднимаем и закрываем лицо. Бам! И обратно. Закрыли лицо и удар локтем. Так, еще раз. Молодец. А теперь все то же самое, но с ударом коленом. Переднее колено вверх, раз, вниз и два. 25 повторов. Поехали. Переднее колено вверх, пошел. Супер. Встань в стойку, не спеши. Это раз. Повтори, молодец. Еще два. Прости, можешь меня бить сколько хочешь. 25. Расслабься и дыши. Нелегко, правда? Поехали дальше. Как только закончили с этим, встаем в верхнюю планку. Давай, я жду. Итак, начинаем. Руки на месте. Теперь одну руку за спину. Раз, опустили. Вверх, два, опустили. 56. 57. 58. 59. Давай. Кошмар! Теперь отдохни. Садись, выпрямись. Грудь вперед, плечи назад. Если хочешь, руки можно за голову. И дыши, расслабься. Подведем итоги. 25 прямых ударов левой и правой. И 25 ударов коленом. 25 ударов локтем. Левый вверх удар. 25 двойных ударов коленом. Левым и правым. 25 подряд. Минуту верхняя планка. Просто держим положение минуту. Можно менять руки, чтобы усложнить. После этого минуту отдыха. Повторяйте не меньше 3 раз в неделю для максимальной эффективности. Спасибо, друг. Не за что. Отличная тренировка. Спасибо большое. Мне понравилось. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить другие наши выпуски.